Дали соперника поймать в офсайд. Бускетс, ох, какой пас! Монтойя, зачем же он стал обрабатывать? А вот зачем, чтоб забил Лео Месси! 3-0! Ну вот теперь Барселона, я думаю, сполна удовлетворила свою публику. И победа крупная, и Месси забил после своего возвращения. Первый гол, вы не пугайтесь, это в кубке. Есть еще 8 в чемпионате. Есть еще голы в Лиге чемпионов. Но Лео Месси вернулся. Вот теперь это для красивых заголовков. Ну и для самого Лео, конечно, имеет значение. Монтойя, по-моему, все-таки сам того не желая, становится автором результативной передачи. На 90-й минуте забивает Месси. Здесь как-то стало веселее. Не только от самого факта, а именно игра стала гораздо более содержательной. Месси, Месси бьет! Дубль есть! 4-0! Ну вот концовка как надо. Здесь повеселили. Здесь забивали. Здесь атаковали. Здесь была жизнь вот в этой игре Барселоны. Месси оформляет дубль. При том, что он появился меньше, чем на полчаса. На 89-й и 93-й забивает Лео Месси. Ну и 4-0. Этого уже, наверное, более чем достаточно для того, чтобы Барсе пройти в четвертьфинал. Ответная встреча, похоже, все-таки становится формальностью. Голевая передача Алекса Сонга. Месси на прекрасной скорости уносится от всех и бьет мимо Кадины. Месси вернулся. Вот он, итог этого вечера. Роман Гуцайт вместе с вами зафиксировал это важное для Барселоны событие. До скорых встреч. Болейте!